Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я снова на фотоохоте, отправился побродить по лугам и вот над поселком заметил большую стаю птиц, точнее на окраине поселка, там где заболоченные участки. Сначала подумал, что это голуби, а это оказались утки. Большая очень стая. Вот сейчас пролетела одна небольшая стая мимо. Я имею в виду стаю уток. Это были кряквы. Ну, та большая стая основная, она очень далеко держится. В ту сторону я идти не планировал. Сегодня обещали после обеда солнечную погоду. Пока то, что я вижу, солнечное не назовешь, но хотя бы дождя нет. Спасибо синоптикам и на этом. Сейчас направил фотоаппарат в сторону дерева, на котором сидит хищная птица. Предположительно, какой-то сокол. Пока очень далеко, рассмотреть эту птицу не получается. Может, чуть-чуть сократить расстояние. Вот на том дереве сухом сидела эта птица. Я даже шагу не успел ступить в ее направлении, как она улетела. Очень жаль. Небо начало открываться. Не зря ветер такой сильно дует. Может быть, остаток дня будет солнечный. Может, все-таки синоптики не сильно ошиблись. Вот мне повезло. На большом сухом дереве орлан белохвост сидит. Несколько минут снял одного из самых маленьких хищников, а это самый крупный. Орлан в небе летает, высоко кружит. Листва уже окрашивается в красные и желтые тона. Начинается осень. Сегодня 2 сентября. Дошел до реки Дема, там, где я снимал зимородка. Хочу провести здесь около часа, перед тем, как пойду в обратную сторону. Сегодня я, конечно, с собой не брал никакой маскировки, но если зимородок прилетит, это примерно метров 25, я сижу от его места гнездования, то я хотя бы это увижу и смогу потом найти удобное место для съемки. За 45 минут не было прилетов
зимородка, ни прилетов, ни даже пролетов. Потихоньку пойду в обратном направлении, только выберу другую дорожку, чтобы не идти по тому же маршруту, где уже сегодня был. Времени еще много, можно идти очень спокойно, как я и люблю. Буду наслаждаться красивой сухой погодой. Приближаюсь к одному из озер, которое по контуру закрыто камышами. Больших надежд не возлагаю, конечно, на то, что здесь я кого-то встречу. Все-таки сезон охоты. Ну, прохожу мимо, надо проверить. Вот уже немного виднеется поверхность воды, но водоплавающих не видно. Совсем неожиданно в небе радуга появилась. Хотя в том месте, где я проходил, дождя не было. Сидел немного около озера, отдохнул, попил чай и продолжаю свой путь. Сейчас иду вдоль поля. В озере плавает лебедь, только снимать не получается против солнца. Попробую обойти. Лебедей там несколько, как минимум три. Сейчас хочу другую позицию занять. Здесь сквозь ветки снимать видео не получится. Отойду на край озера и оттуда попробую. Время от времени там какие-то пробежки по воде. Хотя я не думаю, что осенью какое-то соперничество может быть у них, но какие-то потасовки. Вот здесь один подход к краю озера. Хоть я и далековато буду, но думаю, что отсюда их не спугну.
как видите, лебеди 4. Сейчас ничего особенного не происходит. Видимо, этот лебедь отогнал от своей самочки конкурента, чтобы он здесь не терся рядом. Сейчас спокойно кушает. Постараюсь отойти от озера и никого не напугать. В закатном свете хорошо получилось поснимать молодых лебедей. Они так отдельно держались. Мама, наверное, за ними присматривала. Она в мою сторону тоже посматривала. Наверное, все-таки для нее и не остался незамеченным. Отлично. Отлично получилось завершение этого дня. Я очень рад. Напомню, друзья, сегодня была первая осенняя фотоохота 2 сентября. Сезон осенний начинается. Надеюсь, тоже хорошие кадры будут, хорошее настроение благодаря этим прогулкам. Каждый сезон что-то интересное новое приносит. Несмотря на то, что уже не первый год хожу, в этом году даже в конце августа получилось и сапсана, и пустигу сфотографировать. Даже не надеялся.
Время уже 8 час. Прощаюсь с вами, дорогие друзья. До новых встреч на канале Фотоохота с Альбертом.